друзья, всем привет! Вы на канале Лена in the Forest. И сегодня мы с Федей отправились ночевой в укрытие, но без Степы. Очень жаль. Я надеюсь, что ночевка у нас состоится. Погода сегодня не очень-то, солнышка вообще нет. Валит ужасно сильно снег. Проснулись с утра и вообще обалдели от погоды сегодняшней. Но нам это не помеха, поэтому вперед из песни! Так, вот здесь я в прошлый раз потерялась. И нам надо туда, да? Да, прямо. Вот сюда. Угу. А я ушла вот сюда. Летом туда в основном. Туда? В сторону, да. Смотреть будем, искать места. Я уже потихоньку начинаю разбираться в этом лесу. Дошли до поворота, где я в прошлый раз потеряла Степу. Я теперь уже даже знаю, в какую сторону идти. Ну, я думаю, я уже, в принципе, одна даже без труда найду это укрытие. Ну, должна уже, да. Наши волокуши все время падают, какие-то непослушные. У нас с собой очень много вещей всяких разных, спальники, плед и все прочее. И печка еще. Очень проблематично, везем мы эти волокуши. Ой, блин, офигеть, я испугалась. Здравствуйте. А сюда недалеко. А там вот, вот оттуда потом дорога идет, там сосняк, там раньше пионерла не было. Офигеть. Это вот все вот здесь вот прямо, да? Да, да. Недалеко. Вот, как вот тут вот, на железную дорогу, как на шумки. Ага. Там вот где вот эти ходят, снегоходы. Ладно, удачи. Спасибо. Ладно, спасибо. Встретили местного лыжника, рассказал, что здесь раньше было. Здесь была, как он сказал, гидроэлектростанция. Лагерь какой-то здесь тоже недалеко когда-то был. Короче, мы даже не знали об этом. Но я так испугалась, когда его увидела неожиданно сзади. Федя мне говорит, пропусти. Я думаю, что такое? Зато увидела, блин, офигела. Все, мы сворачиваем уже в лес. Кое-как, короче, мы добрались до места, где я показывала в прошлом видосике у Степы у лагерь бывший. Хочу поближе показать вам этот стул-трон. Вот такой вот стул, он мне малеха великоват, конечно. Ну. Ну что, идем дальше. Волокуши, конечно, это вообще просто трэш. Они полные с горкой у нас, и идти вообще очень неудобно, очень сложно. Психуем, но идем. Они все время вон падают. Ну ладно, хоть такие есть, конечно, волокуши. Без них нам это вообще все было бы не утащить. Спасибо, Степа. Степе большое спасибо за волокуши, за то, что он нам предоставил свои волокуши на время этого похода. Жалко, очень жалко, что он не смог с нами пойти. Если бы Степа был с нами, как Федя сказала, мы бы подольше спали, потому что вставали бы по очереди подкидывать в печку. И у каждого человека получилось бы сна побольше, в общем. А так как мы с Федей вдвоем, ну, сегодня такая ночь будет. Ну, не знаю, какая ночь будет. Буду выходить, записывать, что у нас происходит, как подкидываем. О, смотри, это там не нора какая-нибудь. Ну как, нет. Корни, корни просто, да? Да, может быть, кто-то там чует.
Зайчики. Ну, следов нет, главное, никаких. Значит, никого. Нашли вот такое вот лысое дерево. Без коры. Местами только. Высоко. Оно без коры. У меня возник вопрос. Куда делась кора? Кто-нибудь подскажите, куда делась кора с того дерева? Дереву стало жарко, оно такое бррр, и скинуло от себя кору. Это мой вариант. Федя уже идет параллельно, присматривая дрова. Нам дров понадобится сегодня на всю ночь. Немного. Слушайте, не могу привыкнуть к тому, что здесь такой лес шумный. Все какие-то звуки подозрительные со всех сторон. Вот же оно, вот же. Совсем близко. Укрытие почему-то оказалось открытым. Возможно, это ветер. Потому что следов как таковых я здесь вот не вижу. Как будто бы никого здесь не было. Все на своих местах. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, на месте ли же наши лежаки. Все на месте. Небольшая вентиляция. Но укрытие определенно требует ремонта, модернизации под печку. И этим мы сегодня с Федей займемся. Весь в снегу. Ну, в общем, нам это все сейчас подтянуть, натянуть. И можно будет располагаться. Такая вот у нас печка с собой. Чуть позже покажем. Два новых коврика. Еще на них ни разу не спали. Брали с собой яйца, чтобы пожарить их с утречка. И вот что стало с нашим яйцом. Минус одно яйцо. Ну ладно, что у нас еще есть с собой вареное. Ну и в принципе мы сегодня планируем приготовить супчик и мясо в фольге с картошкой в углях. Вареные яички у нас тоже получились в сумяточку. Там у нас еще яблочки, масло. Так, это все помоем сейчас. Давай. Смотрим, что у нас по температуре. Сегодня у нас с собой 3 градусника. Так, показывает у нас. 1, 2, 3. -4, что ли. На улице -4. Ночью, по прогнозу мы посмотрели, должно быть -18. Ну вот ночью и посмотрим. Температура начнет понижаться.
Ну, эта неделя вообще вся выдалась очень холодная. Температура была ночью минус 30. И мы никак не могли выйти с ночевой. Слава богу, уже минус 18. Я думаю, минус 18 мы уже сможем переночевать. Если замерзнем, экстренно собираемся и идем домой. Сейчас укрытие восстановим и отправимся за дровами с Федей. Укрытие до ума довели практически, но еще не все сделали. Пошли за дровами. Надо набрать дров, установить печку. И уже от трубы там будем ориентироваться, что куда и как дальше там закрывать. Нашли сухое дерево, такое прям сухое-сухое. Сейчас будем пилить. Я думаю, хватит. Сейчас сделаю метелочку, подмету в укрытие, а то там снег. А Федя сказал, что когда станет там тепло, когда мы разожжем печку, то весь этот снег превратится в грязь. Так что надо по максимуму избавиться. Нарвала лапника. Сейчас попробую сварганить какую-нибудь метелочку. Так, ну вроде бы похоже на метелку. Только дров мы уже заготовили. Такие вот милые полежки лежат здесь. Это уже вот мы распилили частично. Есть еще, которые не тронутые. Вот здесь еще две заготовленные жердинки. Сухие нашли. Прям вообще четко так они ломались. Кучу хвороста собрали. Думаю, должно хватить на ночь. Еще нам надо приготовить кушать. Ну, если что, тут валежника много. Вечером посмотрим. Посмотрим, сколько у нас печка сейчас вообще потребляет. И дальше видно будет. Мы решили вот этот вот лежак сделать пошире. И вдвоем на нем будем спать. Я думаю, вдвоем-то мы уж точно не замерзнем.
взяли с собой вот два спальника и взяли с собой еще плед теплый на всякий случай. Я настояла на этом, чтобы взять плед. Все-таки минус 18 показывает в телефоне. Я не знаю, как будет на самом деле температура. Ну, все увидим дальше. Сейчас я посмотрю, сколько на данный момент. Мы пришли, было минус 4. Сейчас у нас здесь... Да, короче, походу, особо ничего не изменилось. Также минус 4-5. В принципе, держится температура на месте, пока не опускается. Ну, может быть, надеюсь, конечно, и не опустится. Тогда мы уж точно не замерзнем. Печку затопили, дым из трубы валит. Отлично. У нас вот еще есть с собой датчик угарного газа. На всякий случай. Печка у нас топится. Все отлично. Сейчас еще дверь сделаем. Дым идет. Температура в помещении у нас уже 0 градусов показывает этот. У нас еще есть отлично. Электронный. Где же он? Вот же он. Чуть пониже сейчас включу свет. Так, здесь у нас минус 2 почти. Да. Здесь становится уже тепло. На улице уже стало темно. Главное, что здесь тепло. Дров мы заготовили вот целую кучу. Я надеюсь, что это нам хватит. Здесь вот у нас еще хвороста тоже целая куча, береста у нас еще с собой здесь есть. Я надеюсь, что этого нам хватит. Сейчас приготовим поесть. Ну и посмотрим, насколько нам первой кладки хватило дров. Час. Час, да? Но там она прямо не под забивку была, мне кажется. Не под забивку и не полностью прогорела она. А. Сейчас посмотрим, засечем, сколько примерно будет целая топка прогорать. У нас там осталось такое вот пространство. Мы решили положить туда тент и сверху рюкзаки положить, чтобы от стены не так сильно холод шел. Что ставлю. Одела уже флиску. В принципе, вот так я стою и не холодно. Ну, я особо не стою, двигаюсь, мы готовим кушать. То блюдо, которое мы планировали готовить, мы передумали, в общем, с ним замороки больше. Мы хотели костер еще дополнительно разводить, но теперь пожалели дров. Не будем разводить костер. Все приготовим на этой печке. Вот сюда у нас поместилось... И кастрюлечка, и сковородочка. Сейчас я обжарю здесь карибскую смесь и туда отправим. Здесь у меня мясо варится в бульончике с картошечкой. Там это все будет. Обжарим карибскую смесь и туда же отправим. Мы уже с Федей ее брали. Это у нас ролик называется, что-то там с обрывами связано, да? Да.
и тоже готовили ее на сковородке, просто обжаривали и с мясом. Очень вкусно было. Так. Ну, уже такое жиденькое масло. Ну, попробуем. О-о-о. Сейчас она раскочегарилась, расширилась и туго заходит. Это явно минус. Надо что-то с этим делать. Решили посмотреть температуру. И он показывает, короче, плюс 15 сверху. На уровне головы. Да. А если чуть пониже, на уровне пояса. Да, если смотреть. И тут он электронный, правда, еще. Оп. Тут сколько? Так, уже 5 показывает. 5 градусов. Угу. Мясо у нас уже почти готово. Закидываем уже картошечку. О, тихонечко. Чуть-чуть тоже можно добавить. Аромат вообще обалденный. Всем приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита. Очень хочется уже согреться. Немножко все равно холодно. Как бы я вот уже платок накинула. И периодически куртку одеваю. От стен очень сильно дует. Мы пока не выходили и не смотрели, какая на улице температура. Но мне кажется, там она очень прямо-таки упала. Придумала лайфхак. Положить нагретую сковородку в шапку и приложить к пояснице. Это же гениальная идея, это грелка, грелка лесная. Лайк мне. Друзья, греемся как можем все-таки. Так, сковородка нагрелась. Нормально? О, она такая теплая. Держи. Сейчас отправляем ее ко мне в гости. Как она греет! Это такой кайф! Блин, это просто вообще кайф! Короче, всем рекомендую этот лайфхак. У кого будет с собой в походе сковородка чугунная, обязательно используйте ее в качестве грелки. А, это еще не все лайфхаки на сегодня. Сейчас еще кое-что покажу. Вот второй мой лайфхак. Стульчик мы с собой не взяли, поэтому стульчик я придумала. Короче, связали два спальника. Вот так вот их ставишь. И садишься. Стол, стул, все есть. И сковородка за спиной. Развлекаемся как можем. Ты чё? На улице опять пошел снег. Угу. Федя решил просушить свои штаны и одеть пока запасные штаны. Я их взяла, чтобы в них спать. Теплые такие, хорошие штаны. Но вот у Феди низ штанов весь сырой. И надо погреть. Офигеть, там у тебя сапоги сырые. У тебя, наверное, ноги тоже сырые. Да. Вот так кабанчика растапливаешь, тепло. Как только он переходит в режим тления, сразу же холодно становится. Просто вообще дубак, дубак. Вы посмотрите на этого человека. Он сидит босиком. И говорит мне нормально.
Ну, конечно, печка вот у нас в каком состоянии. До красна. От нее прямо жар. Федя уже себе где-то ожог заработал. Ну, здесь пока не видно, не вышел еще. Куртку уже прожег. Вот это вот жалко, да. Но я пока не зацепила ничего, слава богу. Но я сейчас буду зацеплять кое-что другое. А буду я зацеплять керосиновую лампу. Мы решили ее с Федей зажечь. Я ни разу в жизни не видела, как горит керосиновая лампа. Сейчас вот сюда ее подвешу. Федя мне объяснил, как пользоваться керосиновой лампой. Сейчас попробуем. Видишь, да, фитилек? Нет, потухло. Дубль 2. Я все-таки попробую это сделать. О! Отлично, все, закрывай колбу. Так. Оп. Вы посмотрите, какая красота. Как в сказке. Класс. Видишь, как дымит, да? Вижу. Ну, оно туда сейчас все вон уходит. Угу. Давай-ка выключим фонари. Давай. Посмотрите, какая романтика у нас тут стала. Ну, это, конечно, вещь. Ни разу не видела. Я в восторге. На улице идет снег, он так по тенту так стучит такими мурашками. И вот эта керосиновая лампа, атмосфера великолепная. Так, что тут у нас по градуснику показывает? А, ну, минус 10. Нет, минус 9 где-то, наверное. Минус 9, скорее всего. На улице примерно минус 9, минус 10 градусов. А в укрытии тепло. В принципе, на улице тоже тепло. Слава богу, не минус 18. Керосиновую лампу я уволила. Она очень сильно начала дымить прямо на все укрытие. Такой дым тут стоял. Короче, я выключила. Мы с ней пофотографировались, засняли и убрали, в общем-то. Топим снег, сушим плед и ложимся спать. Друзья, всем доброе утро. Доброе морозненькое утро. Сейчас посмотрим, сколько на улице температура показывает. Так, что тут есть? Ну, слушай, опять так же, минус 4, да? Такое ощущение, что тут не работает ничего. Ну, вроде бы как. Минус 4. Ну, по ощущениям холоднее, скажу я вам. У меня сломалась моя шапка. Она падает мне прямо на глаза. Не знаю, что с ней стало. Она растянулась почему-то. И теперь не знаю, как ее реанимировать. Попробую постирать. Надеюсь, она усядет снова. Я очень люблю эту шапку. Я с ней уже много лет. Не хотелось бы лишиться ее. Ночь прошла успешно.
Мы с Федей спали, мы не замерзли. Подкидывали мы раза три, наверное, мы вставали ночью, подкидывали в печку. Ну, а друг друга в обнимочку спали, грелись, не холодно было. Но когда уже прям вот сильно холодно было, вот мы вставали, подкидывали в печку дровишки. Ну, а так, чтобы прямо вот мы зуб на зуб не попадал, такого не было. Было холодно, но не до такой степени, что там прям невыносимый холод. В укрытии температура была в любом случае плюсовая, так что нормально мы поспали. Сейчас готовим завтрак, собираемся и отправляемся домой. Сейчас я вам покажу, как мы спали, что у нас там, как и что, в общем. Вот такая вот у нас кровать, посмотрите. Тут у нас все бельишко сушится. Шапку я уже свою сняла, сегодня уже ее не одену. Федя радостно сидит. В общем-то, вот такой вот у нас был с собой теплый плед. Им укрывались. Потом вот спальник. И снизу еще спальник. Ну, тут, конечно же, сковородочка. Куда без нее, родимая. Я всю ночь с ней обнималась. Тут я еще обвязывалась этим платком, чтобы теплее было. Ну, и конечно, спали мы в куртках. Брала с собой на смену вот такие штаны. И куртки не снимали. И не хотелось ее снимать, скажу я вам. В общем-то, я ни разу не пожалела, что мы взяли с собой плед. Мы бы без него все равно задубели бы. Я так думаю, по крайней мере. Ну, с ним получше, да. Электронный градусник показывает в районе сейчас нашей лежаночки 7,5 градусов плюс. И у нас еще есть один градусник. Он показывает у нас... Что там такое? Минус... А, плюс 15. Слушайте, он... Что вчера плюс 15 кверху показывал, сверху здесь. Что сейчас? В общем, сверху укрытие плюс 15, в середине плюс 7, на улице минус 4. Такие дела. Забыла еще показать. Федя сделал вот такую алюминиевую из фольги экран, чтобы все тепло сверху печки шло к нам туда, на кроватку. Не знаю, сработало или нет. Лучше было. Сложно сказать. Как бы без него не пробовали спать. То есть перед сном вот сразу Федя сделал, и мы завалились уже спать. Ну, в общем, тоже такой вот небольшой лайфхак, который помог нам согреться. Вот столько дров у нас осталось. Хвороста тоже немного осталось. Но лучше пусть оно осталось, чем бы нам не хватило. Это в любом случае пригодится нам на следующие походы. Это так все по-лесному. Нифига ты яйца нарубал. Друзья, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Хочу поделиться ощущениями после использования этой печки. Напомню, Пошехонка Турист 15 литров. Как заявляет производитель, от 5 до 8 часов тления, да, возможно, 5 часов она будет выдерживать в тлении. И это совершенно не поможет, когда на улице минус 5. Короче, зимой эта печка должна быть докрасна.
чтобы она давала тепло и чтобы комфортно было находиться. Вот в нашем укрытии оно у нас не маленькое. Печка должна быть все время красная. Укрытие 3x3. Получается не маленькое, да, укрытие. И нужно подкладывать каждый час-полтора, чтобы в таком помещении было комфортно спать, находиться. Ну, примерно будет здесь плюс 10, плюс 15. Отличная печка. Отличная печка. Отличная. Отличная. Прекрасная. Очень. Отличная печка. Она в темноте так красным светится. Я нафотографировала вчера этого кабанчика с разных сторон. Фотографии будут в Телеграме. Подписывайтесь на мой Телеграм. Ссылка будет под описанием этого видеоролика. А также ВК и Яндекс.Дзен. Да. Так, на улице у нас... Ой, на улице. В укрытии у нас почти 3 градуса. Ну, почти 3 градуса. Наверное, так и будет. Мы уже кабанчика, печечку эту не топим. Мы уже собираться начинаем. Сейчас начну собирать нашу кровать. Вещи уже все переодели. Штаны одели уже как надо. В общем, упаковались. Сейчас будем все собирать. Ну, слушайте, за одну ночь мы здесь обросли прямо так. У нас здесь столько шматья, это вообще капец. Сейчас это все надо убирать. Ох, откуда столько? Вроде столько с собой не брали. Посмотрите, сколько золы у нас. Немного совсем-таки. Я думала, больше будет. Кстати, мы с Федей пересчитали, и за 7 часов, которые мы сегодня спали, мы подкладывали всего 2 раза. Но в таком уже критическом состоянии подкладывали, когда уже прямо был очень сильный дубею холодею. Все вещи уже собраны. Мы на низком старте. Сейчас Федя дочистит печечку. Закинем ее в сумочку. И пойдем. Вот туда. Будь здоров уже. Спасибо. О, термометр. Не забыть бы, на дереве висит. Ага. Ну что ты нам кажешь? -3. -3 показывают. Печка себя очень хорошо оправдала. Все собрали, все вынесли. Стала такая пустота здесь. Дрова у нас здесь остались. Сушнячок остался. Все отлично, все собрали. Очень классно, здорово провели время.
пойду ли я еще раз ночевой зимой из печки. Я думаю, да, потому что было не холодно. Ну, было холодно, конечно, периодически, но в целом вообще все было отлично. Друзья, мы собрались, отправляемся в путь, будем с вами прощаться. О, что-то снег пошел сразу. Буду рада видеть вас у себя в Телеграм, Яндекс.Дзен и группа ВКонтакте. Переходите, подписывайтесь. Ролики на YouTube мы все равно будем выкладывать, пока это позволяет площадка. Ну что, друзья, всем пока! Пока!